Вообще вас тут запугали все, вообще декан лучший друг студента, так что вы не бойтесь. Если серьезно, я присоединяюсь, конечно, к поздравлениям. Большое дело вы сделали, стали на путь высшего образования. Желаю вам, конечно, через 4-5, в зависимости от того, бакалавра, специалиста, вам закончить вуз с хорошими оценками, с дипломом. Ну и хочу дать вам совет. Сегодня праздник, и завтра тоже праздник, но в понедельник уже начинается рабочая вахта ваша, трудовая. Никаких у вас, вот поверьте мне, никаких у вас не будет проблем с учебой, с успеваемостью, если вы будете ходить на занятия. Не слушайте опытных, в кавычках, старших товарищей, которые говорят, а, можно не ходить, там, в сессию придете, ничего подобного. Кто ходит на занятия, никаких проблем не возникает. И второй момент, имейте в виду, что это все-таки не школа, и преподавание в ВУЗе, оно отличается от школьного. Первые моменты, может, первые недели вам будет сложно воспринимать материал. Но вы просто сидите, конспектируйте, обращайтесь к дополнительным источникам, и постепенно понимание придет. Не пугайтесь, немножко по-другому. Но главное, еще раз, ходите на занятия. Ну а так, конечно, поздравляю. Всего вам хорошего.